Какой чудесный день, здравствуйте, а у вас тут этой работки не найдется? Смотрите, там Машка, короче, ходит, что-то, короче, делает. Ребята, ребята, ребятушки, я, короче, установил мега-крутой мод, который изобрел сам, чтобы, короче, управлять мобами. Я помню, я снимал такую серию, и она набрала 2 миллиона просмотров. Вам очень сильно понравилось, поэтому, ребята, сегодня мы будем проникать в голову. Мы попробуем залезть в голову к Машке, попробуем залезть в голову Петрову и Ситру, вот он сидит. И вообще, короче, дорогие друзья, чтобы все получилось прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И вопросичек дня, напишите ваш рост и вес. Да, странный вопрос, как будто, знаете, на приеме у врача доктора Евгена Бро. Но напишите ваш рост и вес, прям напишите вопросик дня. А мой рост там такой-то, вес, ну такой-то. Вот, все, отлично. Так, ну что ж. Так, что он там делает? А вот стоит, ну-ка. Чего говорите? Как это так? Надо это платить. Я же платила в этом месяце. Смотрите, там Леночка что-то ее кошмарит. Так, ладно, ребята, мы, короче, превращаемся в супер маленького Евгена. Смотрите, просто я размером, ну, меньше даже Петра Ситра. И теперь четким движением мне надо попасть им в голову. Так, ну что ж, ребята, делаем разбег. На счет три. Раз, два, три. Погнали! Отличненько, отличненько, мы в голове у Петра Ситра. Смотрите, глазик, глазик. Тут второй глазик, слушайте, о, это мозг. Так, ребята, мы сейчас подключимся к мозгу и будем управлять Петром и Ситром. Так, вот это, значит, отвечает за правую и за левую лапу. Ой, подождите, это отвечает за лапы передние и задние, а это... А, вот это за передние, это за задние. Все, ну-ка сейчас проверим, так, оп, оп, оп. Оп, включаем Петра Ситра. Ребята, кажется, коннект идет. Так, ребята, я, кажется, в коте. Так, сейчас попробую покрутить головой. Да, головой я умею вращать. Смотрите, я сижу, как, в принципе, Петр Осетр. О, Свинтус, давайте попробуем пойти. О, я умею ходить. Слушайте, ребят, смотрите. Тин-дин, тин-дин, ти-дин-ди-дин, ди-дин, ди-ди-дин, ди-ди-дин. Так, о, вон Машка, пойдемте к ней медленно. Ой, Людочка, вы, конечно, мне мозг парите конкретно со своими повышениями. Этот, за эту, о. Вот пришел. Людочка, это ваш? Это ж Петр Осетр. А он что, умеет ходить, что ли? Смотрите, кстати, реально, ребят, Петр Осетр же, кстати, вообще никогда не ходил. Ничего себе. Баги на сервере какие-то, по нифига себе, кот ходит. Чего? Ничего себе. А чё ты ходишь-то? За мной, что ли, ходит? Это баг какой-то? Ладно, пойду к Мама Мия. Мама Мия! Мне нужно, короче, покушать чего-нибудь. Я возьму, да, спасибо. Все, смотрите, взяла, короче, там чисто поесть. Мы пока будем без палева ходить за ней. То есть, знаете, немного капать на нервишки, короче. Чё это за постоянное мяуканье? А, это ты? Почему постоянно мяукает, не раздражает? Так, ладно. Надо еще из крылочки. Да что он за мной ходит? Что ты за мной ходишь? Ты что, есть хочешь? Давайте покиваем, ребята. Ну, на тебе стейк. Сожрем. Перкающий кот, ладно. Здравствуйте, вам не нужен случайно кот, а то он меня уже немного уже этот на нервы капает. Капец, она не хочет кота сбагрить. Так, ладно, пока это, давайте ее дальше будем троллировать и злить. Оп. Что это такое? Извините, пожалуйста, девочка-зайчик или кто? Да, девочка-зайчик, у вас не найдется свободного места в квартире ну, вот это забрать чудо-юдо с глупыми глазами. Смотрите, нет, сейчас... нет, я не люблю котов. Да, я тоже, поэтому спрашиваю. О, смотрите, хочет реально сбагрить, хочет сбагрить. Уважаемая, вам случайно не нужен кот? Вообще молчит. Ты чё бьёшь? Вот так чисто её наказали за то, что хочет кота сбагрить. Ты чё, Пётр Осетр, ну на место. Ты не собака, ты не сядешь. Давайте притвориться, что мы типа её поняли и такие на место пошли, такие сели. Что происходит? Смотрите, Маша вообще не понимает, что происходит. Ладно, в любом случае. Где вообще Женя? Мы должны были серию записывать. Женя! Кто? Молчим. Кстати, ребят, у меня есть еще выключенный микрофон. То есть я как бы на записи с вами разговариваю, но она меня не слышит. Так, окей. Мы... Так, что она сейчас будет делать? Давайте понаблюдаем. Не отвечаем. Я думаю...
Так-а? Ладно. Вы все выглядите достаточно подозрительно, поэтому мне нужно особенно от Люночки кое-что упрятать, чтобы не платить за то, что... Аша хрипло. Чтобы не платить... Ага, смотрите, что ты хочешь задыкать, что ты хочешь задыкать? Значит так, алмазики. Алмазики? Ребят, сейчас мы еще и затроллим. Так, ну-ка. Смотрите, так. О, вот сюда один положу. Так, смотрите. Наблюдаем, ребят. Вот сюда один. Так еще положить еще один. Сюда можешь куда-нибудь, не-не-не. Может какую-нибудь воду бросить, короче, пусть топится тут. Не-не-не, не надо, плохая идея. Так, забираем. Ой. Смотрите, что с вами такое? У вас что, ЧП случилось какое? А там двое вообще, кошмар. Ну, крепитесь там, ничего. И сюда они. Все, положили. Все отлично, ребята. Ребятушки. Так, сейчас мы ее чисто потроллим котом. Так, здесь забираю. Все, мы забрали 3 алмаза просто. Вообще алмазы, как говорится, на базу. Так, Людочка, все, денег нету, вообще ноль, понятно, да? Она еще даже не знает, что у нее в натуре денег нету и у нее ноль, короче, так все, ребята, ныкаемся здесь. Все сидим, перейдем. Я даже чихаю. Видишь, правда говорю, Людочка. Давай сейчас включим на секундочку микрофон, и кот скажет. Быстро! Что? Людочка? Это были, кто это? Тихо, ребят, ныкаемся, микрофон я выключил. Не понял. Ага, смотрите, она такая, типа, чего происходит? Так. Людочка, это вы сказали только что, спасибо? Не. Вы заговорили в итоге со мной, вот как только я сказала, что денег нет? Петр Осетр? Он же там сидит. Так, смотрите, ребят, просто побегаем сейчас это. Ты чего не сидишь там? Чисто текаем. Че он такой быстрый? Что, кормили супершпротами? Ага, супершпротами. Ладно, странно. В общем, Людочка, вы там не хворайте. Странный кот какой-то. Надо перепрятать. Сейчас все странно на этом каком-то сервере. Надо перепрятать. Все, смотрите, она хочет перепрятать. Все, идет перепрятывать. Так, ребята, сейчас будет прикол. Не понял. Чего? Чего такая? Так. Чисто бежим за ней. Не, ну если сейчас вот тут, я сейчас глаза закрою, даже вот. Закрою. В смысле? А куда? А где мои деньги? Сейчас обратит внимание. Интересно, на меня обратит внимание? Давайте. Чисто догадайте, как тик-так вьем. На меня, чё? Посмотри на меня. Да, нет, что ты за мной бегаешь? Что? Тихаем! А ну верни! Да верни! Опа, вот текаем! Стыбженное, надо возвращать! Просто текаем, короче, а ребят! А ну не сюда, слышь? А что ты... Ты что, Спайдермен, что ли? Это что такое? Подожди, сейчас я за тобой приду! Так, надо быстро идти на лестницу. Я не понимаю, что за фигня? Жень, ты где вообще? Тут ЧП происходит. Все чисто ныкаемся, ребят, ныкаемся. Почему я вообще одна на этом сервере с котами, которых я не люблю вообще? Плюс собак, вот собака была бы, я даже не разозлилась бы. Так, медведь как. Да верни алмазы. Все чисто текаем. Верни алмазы, плохой кот. Алмазы верни. Все задыкались, ребят. Мне платить надо, Людочка, она меня прибьет. Да куда? Все отлично, мы спрятались. Походу дела ей ничего не останется, как просто идти, короче, это, не знаю, с горя спать, ребят. Не, ладно. Нет, я так не играю, все, короче. Я, в общем, все, вообще, сдаюсь, короче. Да, правильно, ломай все, мы же миллионеры. Ну да, конечно. Все идет? Алмазы украли, уголь отдали, где там мы? Это, я тут живу, нет, это Дим. Тут плита, сразу понимаешь, что это Дим. Так, вот тут я. Так, где мой телевизор? Я попросила Женю вернуть телевизор. А где моя кухня вообще? И кухня. О, нет, отлично, да? Отлично. Так, ребята. Ясно. Ой, все, я спать. Да. Так, все, она, короче, легла спать. Ребята, мы сейчас, короче, вылезем из Петра Сетра и попробуем залезть ей в голову. Ребят, давайте это сделаем. Так, ну что ж. Оставляем здесь Петра Сетра, сами вылезаем. Так, ну что ж, ребят, мы вылезли из Петра Сетра. Бежим, короче, к Машке. Сейчас, короче, попробуем. Так, ну-ка. Вот это спит, короче. Так, ребята. О, смотрите, храпит, короче. Храпит. Так, залезаем по тумбочке. Залезаем чипсы. К раму. Смотрите, ей снятся чипсы. Так. О, давайте сейчас, короче, вот этот лежит. Короче, ребят, сейчас через ухо зайдем. Итак,
Проникаем. Оп! Мы в голове у Машки. Так, через ухо зашли, ребята. Так, берем рычажочек, ставим. Это управление ногами, это руками. Так, давайте попробуем. Тык-т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 ык. О, кажется, коннект идет. Кажется, я могу крутить уже Машкиной головой. Так, опа, встали. О. Не поняла, это почему это я проснулась и не сплю? А чё это я двигаюсь? Я не могу. Оп, оп, утренняя зарядка. О, Машка, ты тут, да, ты меня слышишь? Женя? А что ты забыл в моей голове? Ты смотри, что, реально. Отсюда? Смотри, зарядку делаю. Оп, оп. Да ты слушай, у меня колени больные. Ты... О, подожди! Я сейчас об кровать мизинцем тебя наверну. Смотри, смотри. Бам! Да, Женя, ну блин! Шестый, второй мизинцем. Бам! Ну перестань! Смотри, сейчас снова мизинцем. Бам! Отлично, отлично. Ой, сейчас проводку сожгу. Сейчас проводку сожгу. Да не надо, ты чего? Я же столько лет с этим светом пользуюсь уже. Ладно, Женя, всё. Ну это не смешно, перестань колесить мое тело прекрасно. Бам! Да. Женя! О, подожди, у меня есть идея. Женя, куда ты идешь-то постоянно, Жень? Ну я же не этот, я же это, не молодая вечно. Колени болят, суставы скрипят, ну что ты по лестнице. Все, 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 сейчас, короче, будет, короче... Ты что хочешь с крыши спрыгнуть, что ли? Машка, ты боишься Женя, высоты? Нет. Отлично. Ну, я не то, что боюсь, но меня укачивает на высоте, и поэтому мне плохо, короче. Сейчас, плохой подожди. Вестибулярный аппарат. Я сейчас, короче, еще из креатива выйду. Оп, смотри. Ты че? Машка! Евгений! Машка! Не надо! Ладно. Четыре сердечка осталось. Ну хотя бы не это, хотя бы не сразу же обзил. О, сейчас, короче, сейчас пойдем есть. О, мама мия, расчехляй. Вот. Ты опять есть пошел? О, я знаю, что я тебе сейчас возьму, знаешь что? Ты... Смотри, тут есть бургеры. Ну знаешь что, я тебя сейчас накормлю. О, я тебе просто возьму. Вот, старый бекон съем, короче. Протухшую зефирку. А ты отличить потом меня, Жене, надо, пожалуйста, пожалуйста. О, кукурузу любишь? А кого? Кукурузу любишь? Да. Блин, тогда отложу, сейчас тогда... О, протухший лаваш, все, беру его. Нет, не-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 не, не надо. Все, так, ел лавашек. Ой, Женя. Ой-ой-ой, кажется, кто-то сегодня пойдет в залет. О, еще и зефирка. Опа. Ой, фу, какая она вкус, конечно. Ты зачем это делаешь? У меня живот заболел, ну, Женя. Ой, я прям чувствую, чувствую, я же, типа, управляю. Ты чувствуешь, а я чувствую вдвойне, это же мое тело. Да-да-да-да-да, так. О, может, на кого-то порыпаться, чтобы махач был? А давай, я не против, я всегда хотела. О, давай, давай. Он тоже люлей, смотри. Давай, правый, левый, давай-давай-давай. Давай-давай-давай его. Слушай, а что он не... Ну, качок. Качок, ладно. На, просто. На, короче. О, это твой рыбыц! Ааа, Машка! Мы сдираем, Женя, ноги, давай быстрее, быстрее. Ну все, о, все, убежал. Смотри, Машка, я сейчас буду целую неделю тобой управлять. Ага, сейчас, знаешь, что я сделаю? Что ты сделаешь? Знаешь, что я сделаю? Ну, и что ты сделаешь? А я буду управлять тобой. Как? В дело что, идет микромашка? Ага, да, микромашка. А, что, где, подожди? А-а-а, вы видели? Короче, она стырила таблетку из моего кармана, она где-то проникла. Ты где? Ты уже бежишь в моем доме там? Да, я там в своем доме. Блин, стой! Вот сейчас будет прикол, если выйдет там Евген на балкон. Женя! А-а-а! Посмотри на балкон. Капец! Машка! Только не смей с него прыгать! Нет! У меня... О, нет! Как у меня так было? Ой-ой-ой, я не хотела! Я вас прости, пожалуйста! Случайно капец. Получился. О, мотоцикл! Надо бы куда-то въехать! Опа! Стой! Нет! Блин! Мой, блин! А я, блин! Машка, блин, нафиг! Ой, ещё сейчас куда-нибудь! Ой, сейчас забор! Так, иди в забор! Ай, блин, так, ну все, нафиг! Машка, так, сейчас тоже берем мотик! Бац! Ай, куда? Ай, ты что? Это было... Знаете, ай, блин, зачем я сам себя там бью? Ай, больно, что-то... Рука, плечо, что-то... Ай, рука болит, нога болит, короче. Ну чё, как тебе? Подходит мне твой имидж? Ну, я всем привет, Регенер! Давай с вами, Евген Мро!
с вами говорю, и сегодня у нас просто невероятная серия. Даже я хотел колокольчик. Вы такого не видите? Что вы прорываете колокольчик? Да, и это чей-то вопросик дня обязательно. Как зовут ваших родителей? Осуждаю! Так, ладно, нам надо как-то, короче, придумать вообще, как поменяться головами. Так, слушай, по идее... А, ты съела последнюю таблетку, у тебя больше нету? Нет. Блин, мы сейчас навечно останемся. Короче, идем к доктору-ученому. Все, идем к доктору. Чисто ученый, грач сушеный. Что, как тебе удобно там? Да не очень, короче. Подожди. Понимаю. Что? Я всегда... Так, подожди. Если ты сейчас мальчик, а я девочка... Так, слушай, мне интересно было кое-что проверить. Так, я пошел. Так, ладно, я шучу. Так, слушай, мне тоже интересно. Так, а вот если бы вот если вот в реальной жизни так получилось, что я бы стала парнем, а ты стала бы девушкой, ты бы проверил бы первое дело то, что я думаю, да? Я думаю, да. Ребята, на всякий случай осуждаю, короче. Осуждаю на всякий случай. Если что, мы имели в виду мускулы, да. Мускулы, да, какие они там. Прям. Мускулы. Хоть у девчонок их и нет, ну ладно. Не понял, ты чё? А я тебе чё? Да что я качаюсь? Ай, больно вообще. Ай, больно руки. Так, сейчас, подойди. К этому ученому. Слушайте, ученый, мы, короче, нечаянно поменялись телами. Как нам это раздуплить? Да. О, привет, Оля. Короче, вам страшно повезло. Страшно прекрасно. Там есть устройство. Вы, короче, встаньте туда и, в общем-то, посидите, постоите, попердите, и все пройдет. Угу. А сейчас попердите. Это очень обидно. Так, ладно, все, давай, встаем вот сюда. Ой, я понял, но вот эти... слишком, короче, это... Широкий. Капец, еще и буллинг идет. Ты сам сказал, широкий. Так, ладно, давай встаем сюда, вот сюда. Ты вот на соседи, на соседи. Нет, вот на соседи. Да вот соседи, соседи! На соседи! Все, стоим здесь, короче, пердим. Так, ребят, сейчас, я надеюсь, все получится. Стоим, пердим. О, кажется, получается. Так. Вот и Машка! О, а я Евген снова, ура! Ой, подожди, сейчас надо проверить, все ли на месте. Так, это все на месте, ну-ка, ну-ка. Да, все на месте. Все на месте? Ну ладно, короче. Ай, подожди, я проверю, все на месте, все на месте. Все на месте. Очень, дорогие друзья, серия была мега ржачная и убойная. Я считаю, за такую серию ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И знаете что, напишите, а что бы вы сделали, если бы вы поменялись бы телами? Напишите, все, всем пока! Осуждаю!